наши гости. Сегодня мы проводим торжественное мероприятие по подписанию меморандума между Национальным техническим и технологическим университетом ФМСИС и компанией Датамайн. И я хочу представить основных участников нашего мероприятия. Это проректор по образованию Махмед Арнольдович Ахон, проректор по образованию ДНСИС. От компании Датамайн Сандип и руководитель Московского офиса Датамайн Эрик Канаев. Вот. Также здесь рядом с нами есть представители горного бизнеса, которые взаимодействуют с компанией. Мы пригласили сюда ведущих профессоров нашего университета. Прежде всего, это два института, горный институт и институт ИТАСУ. Профессор Мисков, это директор горного института, и профессор Калашников, это директор института ИТАСУ. На том этапе развития, который находится сейчас университет, развитие IT-компетенции и, прежде всего, привязанных к конкретным технологиям, является одной из приоритетных наших задач. И мы хотим обеспечить формирование этих компетенций у выпускников нашего университета на самом высоком уровне. И при этом хотим создать условия для того, чтобы в этом участвовали, в этом принимал участие горный бизнес России, международный горный бизнес. Мы хотим сделать такие условия реализации наших образовательных программ, при которых выпускники нашего университета были конкурентоспособны не только в России, но и за рубежом. Но здесь важная роль заключается в следующем, вот в таком взаимодействии с этими, с нашими инновационными компаниями. Дело в том, что мы должны смотреть будущее. И, безусловно, это будущее связано с развитием IT-технологий. Мы видим, как изменяются горные специальности. Например, специальность машинерского дела изменилась коренным образом за последние 10 лет именно под давлением IT-технологий, тех технологий, которые создаются в компаниях инновационного типа, таких как Датамайн. И не обращать на это внимания мы не можем. Поэтому в качестве подготовки горных инженеров эти компании будут играть значительную роль в ближайшее время. Мы будем сотрудничать, развивать совместно образовательные программы, стимулировать студентов, а где-то не стимулировать, где-то будем их как бы заставлять их использовать эти программные продукты для того, чтобы потом, придя на свои рабочие места, они могли сразу приступить к работе. И это их должно будет отличать от выпускников горных инженеров других университетов. Мы к этому будем стремиться. Я хочу передать слово Сандипу Рэю. Короткое сообщение, которое мы тоже, в общем-то, нам даст интересную информацию. Тогда Эрик, быстрее, да? Быстрее. Thank you, Mr. Varun. Gentlemen and ladies, it's a great honor for us to be present here in Mrs. In this noble body, which is responsible for shaping the future of our nation. Спасибо, Владимир. Спасибо, джентльмены. Это очень большая возможность и большая честь для нас, что вы предоставили нам такую возможность как бы смотреть в будущее, развивать нашу компанию в будущем. It also gives me immense pleasure to be able to get the opportunity to give back to our institution, which has shaped us, the geologists and the mining engineers. Это также позволило мне вернуться немножко в прошлое, когда я был студентом и когда институт сделал из меня горного инженера. In today's world, IT is something which has gone in
to every segment of our world, whether you call it the mining, the geology, the healthcare, everywhere we have IT, and that's become an essential part of our day-to-day activities. На сегодняшний день IT структура глубоко вошла во все направления жизнедеятельности человека, такие как горное дело, геология, медицина. То есть в сегодняшний день мы не можем себе представить без IT. The same thing goes with the mining, the geology, and IT plays a very important role in order to improve our efficiency, productivity, and also our accuracy in predicting the geological resources and also in able to extract those minerals from the ground with a great level of efficiency. И также IT-технологии играют огромную роль в геологии и горном деле. Они позволяют нам с большей аккуратностью относиться к ресурсам, запасам, большей аккуратностью относиться к их извлечению. So this makes it very important for institutions like MESIS to be able to impart the knowledge of IT to the mining engineers and the mining professionals. И это очень важно для учебного заведения, такое как НИТУ МИСИС, создать такую компетенцию в IT, которая будет являться частью образовательной системы для горных инженеров, выпускаемых в ВУЗе. So with this association, we are really happy and we are very proud to be a part of the development of the future mining engineers and the geologists along with MISIS. И это взаимодействие нам очень нравится в плане того, что мы развиваем, вкладываем в будущее развитие горной I would also like to thank the industry in advance with the assumptions that definitely the industry will also come forward and will give a helping hand in order to groom the students, in order to be able to train the students for much more, for them to become more stronger and much more competitive in this world in the mining industry. Также это некое инвестирование в будущее, потому что при этом мы создаем, выпускаем очень хороших специалистов, которые будут знать и уже придя на производство будут работать в программе. So we do have good plans along with MISIS where we would like to start imparting the knowledge transfer to the students in the field of geology as well as in the field of mining, and also in the coming futures we're thinking of different collaborative ideas by which we can start developing new functionalities or new collaborative research works in this segment to bring in new products, new technology to the mining industry. На данном этапе мы сотрудничаем с НИТУ МИСИС в плане передачи наших знаний в пользовании нашим программным обеспечением для геологии и горного дела. Мы в будущем также хотим рассмотреть возможность сотрудничать в плане развития нашего программного обеспечения с привлечением знаний, ресурсов НИТУ МИСИС для развития нашего софта. So I once again thank MISIS for giving us the opportunity, and I'm sure this collaboration will go a long way. Thank you. Еще раз хочу сказать спасибо за предоставленные возможности и надеюсь, что наше сотрудничество приведет к хорошему результату. Спасибо. Здесь находятся представители горного бизнеса и Дмитрий Иванов, ведущий инженер «Северстали», я тоже хотел предоставить слово. Дмитрий Иванов, он выпускник горного, специально заканчивал кафедру РБГВ. Вот, но я знаю, что именно позиция его в «Северстали» позволила эту позицию занять его конкурентоспособность. То есть он закончил ваш университет и подтверждает статус своего бизнеса. Пожалуйста. В первую очередь хочу, конечно, поздравить всех с подписанием такого важного договора, важного и для института, и для компании «Катамайн». Расскажу немного о себе. В начале 2005 я закончил горный институт, тогда еще он был отдельно от МИСИС, кафедра РКПВ, физтех. Имею опыт работы на подземных, на открытых горных работах, то есть работал также в Австралии, сейчас работаю в России, ведущим инженером «Северстали». Хотел бы сказать, ну, во-первых, первый раз
раз здесь на несколько лет в Горном, многое поменялось. И, во-первых, поздравить вас с объединением, потому что как горный инженер очень, очень много работал с металлургами, с обогатителями, и вот это объединение, оно, так сказать, очень перспективно для представителей обоих профессий, потому что внутренний карьер добывает руду для переработки, для конечного продукта, продукта металлургии. Вот. И в частности по программе «Датамай» могу сказать, что пользовался программой этой на работе и аналогичными программами. И когда начинал работать, это было 8 лет назад, в Австралии очень была очень хорошая теоретическая и практическая база, профессиональная, благодаря образованию горного университета. Но как раз не хватало знания работы в программном обеспечении. То, что я заметил, разница местных, австралийских выпускников, то, что они все работали в этих программах, там, начиная с 3-4 курса, но, возможно, теоретическими их знаний было меньше. Так что, мне кажется, внедрение подобных программных обеспечений, так сказать, поможет выпускникам найти себя в будущем и даст возможность не только в России работать, но и за рубежом. Так, приступаем к официальной части подписания нашего меморандума. Два экземпляра меморандума здесь находятся. Мы подписываем. Со стороны нет, у меня здесь подписывают по метрам.